И всем привет, друзья! С вами новый ютубер по ГД книгам. И сегодня мы будем проходить челленджи, которые увеличивают наш скилл. Вот, как видите, я скачал ГД, ну и немножечко прокачался. Если что, текстурпак я скину в описании. Так что давайте просто введем челлендж. Да, у меня только пройденные уровни, потому что я просто заранее готовился к видео. Давайте даже скачаем музыку. Это очень сложный челлендж. Давайте его пройдем. Видите, ребята, я его даже прошел с первой попытки. Давайте к следующему челленджу. Музыку давайте скачаем. Как мы видим, тут есть секрет вей. Сейчас я попытаюсь его запрыгнуть. Ой, тут нет секрет вей, это обман. А, давайте пойдем. Почти. Блин, слился. Слился на конце чисто. ГГ, лайк. Давайте, уже я лайк поставил. Челлендж хард. Челлендж с хардер. Тут 157 тысяч лайков и 2 миллиона скачиваний. Что это такого сложного? Очень сложный уровень. Ребята, так как я новый ГД, я поставлю себе план. Проходить жесткие сложные уровни и верифать какие-то сложные демоны. Вот такой вот путь я себе составлю. Ну, просто стать очень хорошим игроком. Хорошо, мы проходим. Как я слился вообще? Ладно, давайте заново. Что я прошу, это сложный челлендж будет для меня. Так, тут есть челлендж Deep, но я не буду его проходить, потому что это просто какой-то уровень. Вот еще есть челлендж такой. Ой, музыка, я музыку не знаю. Ну, вообще, с первого раза, потому что это очень легкий челлендж. Челлендж ВТФ. Так, с вами могу. Даже это не... Ну, это уровень слишком легкий. А что если не брать ключик? Ой,
давайте к следующему челленджу. Это уже вейв челлендж. И тут пролет в один блок. Почти, почти. Куда эти поспали? О, получилось этот поспавить. Блин, стрелился. Вот этот демон страшный. Блин, слился. Все, отлично, прошел. Следующий челлендж, это тоже Wave Challenge. Ладно, мне не заходить нормально. О, челлендж 23. Мы встречали уже челлендж 23 изи. О, это хард челлендж. Что здесь за пролеты? Почти, почти, почти. Вот, это ты проходил челлендж Wave. Вот такой прикольный челлендж. Он даже не слился, он даже не слился. Блин, слился вообще на последнем проходе. Да, слился. Извините, я немного перевалял. Немного сложно делать челлендж. Ну, даже я уже пройду. Очень сложный челлендж, конечно. Челлендж Дорама. Я знаю, что это. О, это спал, это спал. Включаем пробел, ребята. Не знаю, такого не буду играть. Он очень профессиональный игрок. О, это уже Wave Challenge. Такой. Почти, почти. Опять слился, на нас проходишь. Что такое? Тут ты слишком рано нажал. Есть! Я прошел, ребята. Ой, что это? Фу.
Я прошел. Давайте следующий челлендж. И мы уже будем заканчивать видео. Нет, это ауто. Это ауто. Давайте даже музычку скачаем. И лайк заранее поставим. О, мне дали ачивку. Опять сильница, на нас проходит. Давайте последний челлендж и уже будем заканчивать. О, прикольный челлендж. Что в конце? Есть! Я прошел! Все прошел! Я даже не понял, как я прошел. Я просто пролетел моментально. Что ж, ребята. Думаю, вам очень понравился мой данный видеоролик. Мое первое видео на ютубе по ГД. И я надеюсь, что вы подпишетесь на канал и поставите лайк за годный контент. Ну, конечно, не очень годный, я просто челленджи проходил. Но надеюсь, что лайк и подписочку вы хотя бы оставите. Так что всем удачи и всем пока!